закончили проклейку первого слоя виброматериала, проклеили арки, проклеили днище багажника, все проклеено и прокатано. Весь материал предварительно загревается, клеится на горячую для наиболее хорошего контакта. И плюс прокатывается все валиком. Закатываем также салон. Все тщательно проклеено и прокатано. И двери, 4 двери, первый слой проклеены, внутренняя поверхность двери полностью проклеивается, прокатывается. Готов второй слой, шумопоглощающий, клеится также внутрь двери, также вся поверхность, все тщательно проклеивается. Затем третий слой клеим, виброматериал, уже на внешнюю сторону. Также все проклеиваем, прокатываем валик. Вот так теперь у нас упакован Lexus Vibra. Максимально сняли вибрацию со всех элементов. Приступаем к проклейке шумопоглощающих валиков.